есть. У нас так и есть, да, Коля. Как есть, так и есть. Как есть, так и есть. Бардак везде. Там пакеты разобрали. Там, блин, короче, со шкафа вытянули. Там только собак покормили, там то, там все, там. Короче, кошмар. Сегодня мы решили разобрать наполовину наши шкафы, и поэтому у нас получился везде хаос. Да. Вот. Да. Жара стоит, ого-го, поэтому светомаскировку отсюда даже не снимали. Не надо, ты что? Жарко, прямо когда сюда жара идет, даже прямо дышать невозможно. Закрывать. Да. В общем, что, быстренько сварила пельмени, очень быстро, на бульончике, на мясном, хорошем, вкусном. Вот, Коля навалила. Ты мне прям даешь. Ну я уже все сразу. Давай сверху, ё-моё. Знаешь что, я тебе все сразу навалила, да и все. Все, с уксусом, с майонезом и с хлебушкой. Быстро кушаем и продолжаем то, что мы делали, потому что если мы начали, то уже надо заканчивать. А то если не закончим, так оно все на куче и будет у нас валяться. Так что... Ну, сейчас все закончим. Да. Все, быстро кушаем и идем что-то делать срочно. Ты Джессику, кстати, дал, да, Джессике? Все, еще свинякам надо отнести. Да. Ой, вот такие дела. Ну что, ребят. У нас что-то похоже на дождь собирается. Но есть ощущение, что он опять будет мимо нас. Вот. Я, короче, съездил к маме, приехал буквально на пару часов. Вот, а зайка тут поливает полным ходом. Зай, тебя не смущают эти тучи? Никого они не смущают. Да, все поливают. Здрасте. Добрый. Уже поляпать и все. Походу, поздно мы начали цветы пересаживать. Все поопускали, все полягали. Там уже повстают, жарко же сегодня. Сегодня капец жара, ты шо? Ё-моё, 30 с хером градусов. Полностью. Да, я сегодня вообще ничего не снимала. Я сегодня закрутилась, завертелась и даже не смотрела. Ой, даже не это самое, за камеру не схватилась. И то, смущает дождь. Ты посмотри, где тучи. Может, там у Оксанки Илье дышит. Да нет, это далеко вообще. Ну, это же за Лелековкой там. Ну, тем более. Да нет. Угу. И нам что ждать? Тогда. Мы будем ждать до последнего, понимаешь, оно возьмет и не пойдет. Что, мне тоже подключаться, да? Ну, подключаться. Угу. Все, ребята, я подключаюсь. А вас сейчас где-то далеко поставлю. Так, мне уже поливал первый другой. А мне оно тоже не нравится. Ребята, идем что-то собирать. Что-то очень вкусное. Здесь уже там взгляд. А что мы будем собирать? А, тут есть? Опачки, смотрите, какая красота. Это у нас клубника или малина. Коля, клубника. А не, еще рано, да? Смотри, еще бочка отбила. Дело в том, что... Не знаю. Тут ее надо положить на, вообще на листики. Уже зараза жрет ее. Кто-то кушает. Угу. Вместо нас? Вместо нас. Блин. Самую спиленькую. Ее вообще кто-то ест. Смотри, дырявые листья. О, ребята, какая красота. Вот здесь заглядывается большенькая. Его заглядывает. Там с той стороны. Видишь, лежит на земле сразу. И ням-ням. Да-да-да. Или она гниет просто? Нет, ням-ням кто-то. Ням-ням. Я червячка одного уну заметила. Засранца. И листья кто-то ест, понимаешь? Угу. Так, там клубника сзади тебя аккуратно. Я вижу. Мелкая, молодая.
Уси, ну какая красота. Нет, эта березка, она просто, ну, знаешь, что творит? Да. Тут, конечно, этой березки, ёшкинку, до клубники я так и не добралась. Надо остановиться и тут конкретно ее выдергивать. Да-да. Правда, тут клубника усы попускала, это не очень хорошо, но... Угу, она тратит на усы, да? Ну, да. А не на клубнику. Свой ресурс. Да, хочет размножаться. О, вот спиленькая, прям вообще капец какая. Ты собираешь или только показываешь? Собираю и показываю. Хорошо. Я не пойму, ты собираешь или да, я бурьян. У нас у меня такой сбиральщик, я же еще и с камерой. Вот, вот такая красота. Да, немного пока мечну. То есть это ж только начало, она только началась. Ну, это уже прикольно. Что-то начинается. Немножко капает. Капает, капает. Над нами, смотрите, какая туча. Вот. А капель, я вам скажу, ну, если вам слышно по крыше, как бьет. Ну, короче, блин, что-то еле до нас долетает. Докапывает, так сказать. Но ничего особо нет. Так, ну мы все, в принципе, все полили. Там поливалки, тут вручную. Вот. Все хорошо. Все успели. Сейчас мы с Винушком собираем травку. И, в принципе, по огороду все. Да, Зайка? Что? Говорю, сейчас с Винушком собираем травку и, в принципе, по огороду все сделали. Ну, есть работа. По огороду нам надо уезжать. Ну, да. Нам надо уезжать, ну, да. Да. Мы едем куда? За солью. Куда? За солью. За солью, точно. Посиль. Что, ты нам заказывала? Как же ты меня задолбал? Ой, там даже, ребята, что-то гремит. Там даже что-то проляпало. Ну, уже закончилось. Да-да, что-то капает все местами. Какие-то а, большие, меня, я... большие капли. Да, оба, сейчас, давай. Сразу у ведерка. Оп, все. Красота. Там скоро крыжовник поспеет. Китюня. Капли такие крупные, слушай, долетают. О, гремит. А у нас позавчера, да, молния без грома была, без ничего. Да, 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 такая яркая, очень. Красивая. Просто вот молния, огромные раскаты молнии, но нету ни грома, ни дождя, ничего. Слава богу, у нас спокойно звездное небо было. Да, да. Удивительно. 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 О, не знаю, будет вам видно. Капли прям здоровенные. Ё-моё, опять клубнику вырвало. Ну опять нету. Опять клубнику. Не рви клубнику. Я хочу бурьян вообще-то поделать. А я понял. Это я понял. Надо. Ой. Надо сказать, ой, засрались бурьяна куча. Мне этот бурьян нужен, есть. Засрались, да, товарищи, засрались. Так нам нужно. Нам нужен бурьян. Нам обязательно нужно, чтобы всегда был какой-то бурьян. Иначе, блин, мы, у нас не будет чем кормить поросят, ё-моё. И надо, что, уходить? Да, свеженький, сочненький, понятное дело, что, блин. Не будешь ты за ним ходить куда-нибудь на луга и косить этот бурьян. Так себе в огородик вышел, раз, два и все. Ух, какая, блин, капля прям вот в экран ляпнула, здоровенная. Да. А ты что? А что ж такое? Что я такой слептор получаюсь, да? Получается, я слептор. Я тут собирала. Это я пропустила. О, понятно. Уже черешни почти. Да, черешни скоро будут. Татьяна заходила за рассадой. У нее собаки это, уличные вытоптали все, что она посадила. А это заходила, я дала осадки капусты, там, в общем, этого, помидоры. Перец у меня еще был. И они как с малыми налетели на черешню. О, говорит, классно. Только, правда, еще не до конца она спелая. Но все равно уже прикольно. Да, местами. Местами немножко спелая. Ой, классно. Так хочется дождика прямо. Да, дождика. Да. И мне кажется, не будет. Ну капли крупные такие, ё-моё, такие здоровенные капли, не знаю. Заснимет камера. Это, конечно, фигня. Чине. Да, не видно ничего. Ой, ребята, у нас град пошел. Ой, боже мой, как громко. Ну вот, пока мест такой. Тика.
Отдыхай, Боника. Вот ошумело оно там, потому что сейчас линет конкретно. Вот там шумит страшно. Такое прям впечатление, что большой или ливень надвигается, или что-то такое. А это просто там град бьет деревья. Вот что оно. Господи, если вот такой будет большой, сильно сейчас град, моментом пойдет, он не побьет все помидоры. Слышите, как он лупашит? Может, конечно, и стороной обойдет. Ждали дождя, а пришло он еще. Ай-яй-яй. Это, вон прям, смотри, какие падают и разбиваются. О! Стремно. Да град и прич... Так я же говорю... Ты слышишь? Вон какие куски льда падают. Прямо смотри. Угу. Боника, иди на место. Вот. Домой, домой, домой. Ну, они не очень большие показалось. Это... Ну, с такой силой, как они летят. Вон большой полив летел. Вон там вот упал. Заходите домой. Что-то по башке как треснет. Да ну, как маленький треснет. Да лучше текай, зая. Оно маленький-маленький, но с высоты знаешь? Ага. Ты слышишь, как оно лупашит? Я такой, если виноград попадет, попадет такой град на помидоры, то все. Ё-моё, начинается. Ого, все больше и больше летит. Ай-яй-яй-яй. Все, приехали, ехали-ехали и приехали, называется. Вот оно и шумело так. Правильно. Ой, Коля правильно придумал. Ёшкин кот. Машина ж точно. Стекло. Не дай бог. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, а помидоры мои. Огурцы мои. Текай бы по голове сейчас стукнет. Да, мелко. По голове стукнет. Вон снизу там смотри. Видишь? Да. Вон, вон, сейчас где-то пятно. Ага. Все, прыгнем. Видишь, да? Зали дойдем? Пожалуйста, да. Да, не огромное. Бля, ну это же то, все мое. Он не успевает таять. Жара, жара, а сверху, блин, тучи. Ой, боже мой. Восемь вот так почти, блин. Так ушел, да? Меньше. А у нас там поливалки террасы. Закончился дождь наш, ливень резко. А звонила эта девчонке знакомой, а она живет не закончился. Не закончился. Ой, так вышло, он меня загнал. Кстати, сегодня хорошая примета — попасть под дождь, девчонки и мальчишки. Я ласточки себя, смотрите, чистится. Вон одна, а вторая вот. Красавчики. Хорошая примета 1 числа — попасть под дождь. Сегодня 1 число. Вот.
А Коля вон решил заодно машину свою помыть, раз намочила. О, второй пошел этот. Вот, блин. Только хотела на огород выйти посмотреть, все ли там нормально, и на тебе. Ну, хоть без града уже, слава богу. Пошла, руки вымыла немножко, потому что вообще было... Ну, короче, все, поговорили, называется. Вот, красавчик, красавчик вообще. Это ж они подражают голосам разным. Черешню объедают нам. Но они хорошие дела и делают. Они щиполок с груши у ног выклевывают. Вообще мне очень интересно. Они разные-разные голоса птиц и вообще всего повторяют. Такие повторюшки. О, класс, это он делает? Да. Разные-разные голоса подражает. Смотрит, как кто летит. И... Так, сейчас едем. Девчонки, он сорвала мяты ей. Ну, как сорвала. Вон, видите, такую мяту взяла. Девочки, это, кстати, кто просил показать, какая у меня мята. Вот она. Вот такая мята. Вот такая. Вот эта мята именно для мохито. Вон, видите. Вот такая для мохито. Сейчас я вам ближе покажу, как она растет. Вот это вот обычная мята у меня. Но у нее вот такие листья. Я не знаю. Видите, какая она? Вот она. Всякая разная. Она пахнет. Она мятой пахнет. Классно все. Но для мохито именно подходит. Сейчас я вам показываю, какая. Даже девчата повыдирали ее. Все, я ее сейчас потихонечку пересажу. Боже, тут болото. Вот, смотрите. Вот она. Вот такая вот для мохито. Вот эта мята. Вот она сейчас уже большая выросла. Видите, какая? Вот она и вкус, и аромат у нее просто волшебнейший. Вот такую я использую в компот. Вот такую я использую везде. Ой, сейчас я вам маленькую ее покажу. Вот она, когда начинается, видите? Вот такая вот манюсенькая. Ну, говорю, что аромат тут просто волшебный, просто. Вот, вот это вот мне надо спырья ее полностью выковырять. Вот, так я немножечко уже, видите, разобрала ее. Вот она, кустики растут. А тут вообще было все полностью ею усеяно. Вот этот уголок полностью был, этот уголок был полностью ею усеян. Ну вот, теперь осталось только вот здесь, вот и то она растет между бетоном. Вот видите, несчастная. Вот. А ее надо теперь перенести аккуратненько, так, чтобы она росла, просто росла. Вообще она очень классная. Вот такая вот она ближе. Это вторая. Так, вот это то, что мне Оксанка дала, мяту. Показываю вам поближе. Ой, болото хоть, но все равно. Вот она. Это она сказала, что она называется болотная. Вот видите. Вот она обычно так выглядит, у нее не очень ярко выраженный аромат. Вот, но тоже пахнет мятой. Тоже у него листочки гладенькие и такой слабый аромат мяты. Так, а вот это мелисса. Ну как мелисса, то, что я называю мелиссой. Вот она такие огромными кустами. Вот от нее маленькие тросточки идут, видите. Вот она лимонная, прямо вот у нее такой мятно-ароматный лимонный запах. Я не знаю, как жвачка, знаете, мятная с лимоном. Вот и она яркая-яркая, видите, какая красивая. И куст... А, да! Ребята, гляньте, чем нас угостили! Целая кружка, тетя Танечка угостила, соседка. Она в прошлом году нас угощала клубничкой. И в этом, смотрите, как целая кружка, вау! Обалдеть! Угу. Мы только свою начали, да, собирать. Ну, мы не клубничники, у нас, конечно, так себе все получается. Коля уже где-то что-то ест. Что ты уже деешь? Этот агрус. Агрус, он еще не это. Он еще зеленый, но надо, я уже так хочу его есть. Кружку надо пойти освободить. В общем, на огороде, слава богу, все. Слава богу. Освободи кружечку-то принесешь. Давай. Может, это нащипать это и люди. Как думаешь? Шавель? А надо? Ну, не знаю. Позвонить надо будет. Ну, позвоню, сейчас узнаю.
Фу, ребята, загоняла свежего укропчика, нарвала. Вон щавелька нарвала. А себе вон палок нарвала, тоже надо обчистить. Петрушки вон тоже. Вот. А, мяту ж, да, мяту вон. А, ну, она, наверное, влезет, эта длинная. Мяту поставить, она ж мокрая. Одну в нормальный пакетик, одну вот эту в длинный пакетик. Вот эту вот, да. Влезет она вообще? Да, по идее. Угу. А так вот ее и подарочный это... пакет? Да. С подарочная упаковка, я думаю. Ага, и вон ту мяту тоже. Тон то маленький просто обычно. Но она просто мокрая снизу. Да, я понял. Иди давай одевайся. Одеваюсь. Ой, ребята, первое знакомство с кабачком. Ну, кабаком. Черный, блин, боится парень. А дамочка вон подошла и давай его на меня. О, вкусненько. Да хорошо пролила, ты что, болото везде стоит. О, хрём. А, вкусно. А вот сюда подойдите, тут еще один лежит. Вообще смачнющий. Ребята, походу это наша тыква вернулась. А у меня все, видите, от погреба еще. Ну, вернее, у меня не было где хранить. Вот, поэтому... Еще погребы у нас долго стоят. Ну, все равно у нас влажный и теплый погреб, понимаете? Теплый. И влажный это самое худшее. Боже, мы, как всегда, на ночь. 8 часов, надо побыстренько, потому что уж хоть бы успеть за этого. До комендантского. До 10 же. Блин. Что, ребята, расфасовка закончилась, ёшкин кот. Полвечера все расфасовывали, блин, уши, сердце, печень, хвостики, желудки. Все на кучу. Ну да, все резали, короче, на части, чтобы, короче, и поделить. И порционно, да, чтобы на утро, на вечер. Утро-вечер у нас. Да. Бульоны. Короче, пакет на день. Да. Вот. Короче, купец. Уже частично загрузили в морозилку. Сейчас все догружаем. Да. Вот. И что, и спать. И у нас сегодня гром, молния, дождь и орущий кот. Уже сам уже наелся, хватит уже. Все. На этом мы будем говорить всем пока-пока. Уже ужинать мы особо не хотим, ничего не будем. Вот. Поэтому, да нехай мявкает, господи. Вот. Все. Завтра будет день, завтра будет новое видео. Чего-нибудь завтра будем показывать. Все. Пока-пока. Пока-пока.